Легко и полетно, дружные синхронные движения. Наблюдая, как молодые люди танцуют молдавский национальный танец, самим хочется пуститься в пляс. Ведь зритель всегда чувствует и перенимает энергетику артистам. Да и все настоящее и искреннее идет у нас изнутри. В танцевальном коллективе «Спиранса» из села Спея Григориопольского района занимаются молодые люди, для которых танец – это способ сохранить самобытность, выразить танцем эмоции и характер своей народности. У каждого танцора своя история присоединения к коллективу. Мне очень нравились эти танцы. Я смотрела и удивлялась, как так можно танцевать. И я тоже решила записаться на этот кружок и стать участницей. Танцую много лет уже в коллективе «Спиранса», с малых лет, первого класса я сюда уже пошла и до сих пор еще уже преподаю, уже как преподаватель работаю. 4 года, вот, 4-й идет. Вот. Благодаря любви к народным танцам Александра связала свою жизнь с хореографией. Сегодня она студентка 4-го курса Приднестровского государственного института искусств. С танцевальным коллективом «Спиранса» девушка выступала на разных сценах Приднестровья и Молдовы. У нас были районные конкурсы, были в Тирасполе, вот недавно был конкурс «Юный танцор Приднестровья», где мы взяли первое место. Когда уже я танцевала, мы были в Кишиневе, танцевали, в Бандерах танцевали. Были в соседних молдавских селах, в Спее были, в Спейшуаре были, Сурока есть село, там танцевали. В Доме культуры Спеи занимаются 4 танцевальные группы. Есть среди ребят и коллективы с юными любителями народных танцев. Трудолюбие, раскрывающее таланты, творчество, постоянное движение вперед и умение работать в команде – это основные слагаемые успеха танцевального коллектива «Спиранса» из села Спея Григориопольского района. В их репертуаре более 10 танцев. Есть украинские, русские, но большая часть – это все-таки молдавские танцы.